Кресло Helios H6750, артикул 21310. Представляется в таком чехле. Так, вес есть у нас тут. 6,2 килограмма вес у него. Нагрузка 120 килограмм допустимо. Сейчас посмотрим само кресло. Короче, вот такое кресло. Упаковано в транспортировочную ленту. Надо разобраться, как его еще открыть. Так. Оп. Открывается просто. Просто надо посильнее потянуть, оказывается. Так. Одеть. Такие вот кармашки на каркас. Собственно, вот само кресло. Вот так вот выглядит. Оп, смотри, посадка. В одном положении спинка. Так, ручки у нас алюминиевые. Вот такой сэндвич с пластиком. Здесь вот такая вот сетка, чтобы ноги не прилипали. Так, здесь кармашек. Что-то можно спрятать, чтобы никто не нашел. Так, снизу. Снизу. Вот это что у нас такое-то? Это надо сделать, видимо, вот так вот. Так, а зачем? А, это как раз, чтобы... Оно не сложилось, судя по всему. Такие вот защелки, пластиковые фиксаторы. Хотя я прекрасно сидел без них, не знаю. Они не закручиваются, просто вставляются. Тут есть такие пазы, сейчас попробую показать. Так, теперь попробуем его собрать. Вот снимаю фиксатор. С одной стороны, со второй, и тогда кресло прекрасно складывается. Очень легко и элементарно.